Несколько часов спасатели боролись с крупным пожаром в жилом доме в центре Парижа. Пламя охватывало один этаж за другим. Люди в панике выбегали на балконы и крышу. 8 человек погибли, около 30 пострадали, среди них спасатели. Полиция уже заявили, это поджог. Задержана 40-летняя местная жительница, которая предположительно страдает психическим заболеванием. По некоторым данным, незадолго до этого она поссорилась с соседями. Трагедия произошла поздно ночью в престижном районе города, недалеко от Эйфелевой башни. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Посольство России в Париже сейчас выясняет, нет ли среди пострадавших наших сограждан.